Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Здесь в сети ходит такая байка, чтобы заняться банковским делом, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте, который якобы работает с банковскими продуктами, и заплатить за это деньги. Ну, там говорится, что деньги нужно платить за обучение. Ребята, я вот ничуть не против таких сайтов, но я против того, чтобы подменяли какие-то понятия и с людей драли деньги. Чтобы заняться банковским делом, вам достаточно зарегистрироваться на сайте Workle. То есть, если вы не знаете, что такое сайт Workle, это официальный работодатель, который предоставляет работу, официально платит при заработке налоги, все дела. То есть, после активации и регистрации на этом сайте, вы можете заняться не только банковским делом, но и туризмом. Вот банковское дело есть, страхованием. Здесь есть услуги связи, здесь есть подбор персонала и много-многое другое. Но у нас сегодня разговор именно о банковском деле. Давайте зайдем, посмотрим, чем здесь можно заняться. Вот абсолютно весь каталог, чем можно здесь заняться. С учетом того, что платить здесь не нужно, платят здесь вам. То есть вы можете заказывать карты рассрочки, и вам доход будет вот до 2400 рублей. Кредитные карты, также рекомендовать эти карты. Можете себе ипотеку здесь выписать. Здесь можете дебетовые карты. Ну, все что угодно, что вы хотите, то и здесь получаете. Кстати, здесь есть быстрый вывод средств, с учетом того, что вы заходите, заказываете себе карту либо Альфа-банка, либо Рокет-банка. Помимо того, вы уже начали зарабатывать, и когда эта карта придет, вам достаточно будет указать данные этой карты, и на эту карту в течение 15 дней вы будете получать свой доход. Также рекомендовать своим друзьям, родственникам, знакомым, незнакомым, и ваш доход составит 1400 рублей за заказанную карту. И здесь не нужно никому ничего платить. Еще раз хочу повториться. Здесь есть именно то обучение, которое якобы вам пытаются впарить за деньги. Здесь вы можете зайти и вот это базовое обучение все изучить. Как это делается, зачем это делается, депозиты, базовое обучение. Вот это я все уже начал заниматься. И я против тех сайтов, которые вам непосредственно впаривают, за, ну пускай даже за небольшие деньги, там 500 рублей берут они или еще что-то. И говорят, что у них партнерка, и что с этой партнерки многоуровневая, вы будете получать деньги. На сайте Workle то же самое. Приглашайте друзей, знакомых, заказывайте банковские какие-то продукты, изучайте это все. Вот здесь есть курсы бесплатные. Вы будете просто профессионалом в банковской сфере и будете работать из своего дома и будете зарабатывать на этом деньги. Так что выбирать лично вам. Могу даже назвать сайт. Не хотелось, конечно, но я назову сайт «Я банкир». Он вас, ну, можно сказать так мягко, он вас обманывает. Все то же самое вы можете получить на сайте Workle. Изучить это все и стать профессионалом во всех вопросах. У кого появился интерес, можете регистрироваться и уже начать зарабатывать после регистрации. То есть, как это сделать, я уже рассказывал не в одном видео. Вы можете оформить себе карту. Например, вы заходите, оформляете ту же самую карту Рокетбанка. И уже 1400 рублей после получения этой карты, подтверждение, вы получаете к себе на вывод, идете, выводите эти деньги, либо тратите в магазине, ну, на ваше усмотрение. С учетом того, что это бесплатная карта дебетовая и бесплатная альфа-карта тоже дебетовая, здесь вам ничего платить не надо, просто заказать и получить. Можете обе карты эти заказать, и у вас будет личный доход, получается, 2500 рублей. Рублей вы получите вот на одну из карт, которые укажете для вывода. Здесь все легко и просто. Также, если у вас есть друзья, у которых есть автомобили, вы можете им электронные
полиса ОСАГО, заказывать КАСКО. Ну, здесь очень большой выбор того, что требуется именно для людей, и с вас здесь денег не требуют. Просто зарегистрируйтесь, ссылка под этим видео, просто закажите карту и получайте удовольствие. И буду рад видеть вас в своей команде. Всем привет!